Здарова, ребят, с вами Илья, и это наш игродень. Сегодня я хотел бы показать вам классную словесную игрушку «Слова фармера». Поехали! Перед нами сегодня игра в слова для двух игроков по онлайну. Здесь мы будем соревноваться с другими игроками в составлении слов и таким образом постараемся выиграть своего оппонента. Здесь на самом деле цель — это заход, образовать как можно больше слов и таким образом набрать огромное количество баллов. В игре у каждого игрока будет 24 часа, чтобы хорошо подумать над ходом, поэтому спокойно можете все посмотреть, внимательно подумать и делать свой ход. Таким образом мы создаем множество игр, участвуем во множестве таких соревнований и стараемся победить, используя самые тяжелые слова из предложенных вариантов. Вообще, за один ход мы можем вставить именно несколько слов, но при этом фишки должны быть в один ряд, и это нужно учитывать. Если уж слова на самом деле никак не удается найти, то можем либо заменить буквы в свой ход на другие, или вовсе пропустить ход, передав право ходить своему оппоненту. Таким образом выигрывает тот, кто набрал больше баллов, и игра уже определит сильнейшего. Ну и также, что удобно, играть на самом деле можно как на телефоне, так и, допустим, продолжить на компьютере, и это тоже классная фишка. Вообще в игре есть чат, история ходов, журнал игр, поиск слов в словаре и обширная игровая статистика, а также шикарный рейтинг. Рейтинг игроков, кстати, максимально профессиональный, он рассчитывается по формуле Элла, именно той же формуле, что используется в Международной шахматной федерации, и это реально классно, таким образом мы можем точно определить свою позицию в этом рейтинге. На самом деле игрушка потребует очень хорошее знание языка, да и внимательность игроков для успешной партии, поэтому попробуйте, думаю, будет интересно. Вообще игрушка, я думаю, понравится именно многим любителям подобного жанра, потому что она на самом деле не требовательная к железу, да и ум позволяет потренировать. Тут, кстати, огромная база слов, а именно 70 тысяч существительных и 35 тысяч глаголов, и таким образом у игроков будет реально большое разнообразие и будет интересно всегда соревноваться. Короче, ребят, включайтесь тоже в эту игрушку, ссылочку я оставил в описании, и кто знает, может быть, даже на меня выпадетесь, и мы выясним, кто же здесь круче. Короче, давайте играйте, и будет просто замечательно. Ну а так я пойду дальше искать что-нибудь годное для вас, так что скоро обязательно увидимся. Пока.